интересного есть в районе, в котором вы живете? Какие районные достопримечательности вы можете назвать? Знаете ли вы историю вашего района? Когда-то в студенчестве я жил на самой окраине Уралмаша. В тот период район казался мне серым, депрессивным и даже немного опасным. Но прошло время, и я стал изучать историю этого места, брать интервью у местных жителей. И все изменилось. За домами, деревьями, бульварами, всем, что я видел вокруг, стали проступать истории. Истории людей, которые жили здесь всегда или которые создавали это место. Район стал теплым, живым, человечным. Оказалось, что такой трюк можно сделать с любым районом. Тогда возникла амбиция и большая мечта – открыть весь город для путешествий. Сделать так, чтобы у нас на книжной полке, помимо путеводителя по далеким странам и городам, появился путеводитель по своему собственному району. И когда-то мы могли взять отпуск и отправиться в кругосветку по Екатеринбургу. Изучением районов и микрорайонов Екатеринбурга мы занимаемся, начиная с 2015 года. Пилотным проектом стало исследование Уралмаша, затем проект рос, трансформировался. В 2019 году он обрел новое название – Екатеринбург, город семи районов. И в рамках этого проекта мы запустили целую линейку авторских маршрутов, выпустили 8 путеводителей, издали две книги «Воспоминания горожан». Наконец, запустили сувенирную линейку и практически портал, где сейчас аккумулируется вся информация. Нас ждут следующие районы и микрорайоны. Но нам не обойтись без вас. В августе мы планируем издание 200-страничного путеводителя по Эльмашу, а в сентябре – карманных карт путеводителей по еще 5 микрорайонам. По Уктусу, Заречному, Сортировке, Пионерке, по Парковому. Издания почти готовы, но нам не хватает средств на их печать. Ваша поддержка – это вклад в развитие проекта и в исследования следующих районов. В каждом районе рядом с вами есть захватывающие истории, интересные места и маршруты, выдающиеся личности и неизвестные герои. Нужно просто приглядеться. Откройте свой район вместе с нами.